Ой, что поделать-то? Делать нечего. Может быть, пойти что-нибудь поесть? Да нет, не особо что-то хочу. О, кто это? О, привет! Привет! А какими судьбами? Ну, просто было скучно, я решил к тебе зайти. А, ну круто, у меня как раз родители на дачу уехали, ты прям как раз угадал. Ура! А, чем займемся? Может, давай выйдем на улицу? Ты хочешь на улицу? У меня горячая кровь. Ну хорошо, идем. Покажу тебе двор. Хотя ты его и так видел. Но все равно. Хотя тут и показывать-то в принципе нечего. Обычный пруд. Потом. Это мой, как так сказать, детский замок. В детстве я в нем всегда играл. Вот так вот залезаешь. Тут много места. Можно поиграть. Сам знаешь. Охрененно. Ты видел, что это было? Что это за херня? Что это Там было? что-то пронеслось. Слушай, я боюсь, пошли домой. Полностью. Ёпты-мопты, там корова была. Бежим, бежим, дом. Вот этот. Меня, конечно, немного напугало, что был на улице. Ну ладно. Кстати, давай я засниму на камеру, как ты мастерски играешь в Kinect. В Mortal Kombat, например. О, это отличная идея. Я наконец-то доработаю свои навыки Sub-Zero. Ну что, включай, включай. Потом я засниму так, как я буду тебя дергать. Так. Неплохо, неплохо двигаешься. Эй, ты мне тут не попади. Ты вообще про. Нужно в YouTube было. Только не выкладывай на YouTube, плиз. Что-то я проголодался, может, поедим? Полностью согласен. Оу, круто. Я посмотрю, что есть в холодильнике. Так, 5 стейков, 3 яблока, 10 печеных картофель. Ну, 2 похлебки, 1 торт. Что ты из этого будешь? Торт. Так, ну торт это однозначно. Возьму яблоки и картошку. Ах, вот торт. Кушай на здоровье. И вот... Спасибо, спасибо, мой друг. Извини, но я его съел. Я хотел съесть яблоко, но он мне потартуфил. Ну ничего. Съешь яблоко. Съешь яблоко. Извини, то, что оно на полу. Ладно, давай. На, ешь яблоко. Вот. Ой, извини, что я съел весь торт. Ну ничего, у Я тебя есть тебе стейк. этого никогда не прощу. Чё? У тебя есть стейк, ничего страшного. Ой, ты пока ешь, а я посмотрю, что у нас в окне. Ночь, ночь и ночь. Да, кстати, скоро я пойду спать, ты пойдешь домой, наверное. Я даже сейчас выключу свет на кухне, ведь мы на ней больше не появимся. Выключай свет. Вот так. Все, гоу. Так, все, выключил телевизор и думаю, нам пора прощаться. До Пока. завтра, встретимся Спасибо за завтра, яблоки и за стейки. будем веселиться завтра. Ну а сейчас я что-то захотелось мне спать и пока, в общем. Да, давай, пока. Если что, я подзвоню по скайпу. Хорошо. Так что не спи. Goodbye. Пока. Ох, надо выключить свет. Тут. Закрыть дверь. Так. И пойти спать. Хотя мне Котя сказал, что он еще позвонит. Так что буду ждать его звонка. Ой, что поделать-то? Телек смотреть неохота. Буду ждать звонка Коти. О, Котя звонит, нужно ответить. Алло, привет. Алло, амиго! Ну как ты там? Я отошел отлично. Да как видишь, я валяюсь на кровати. Мне пока что не очень хочется спать, поэтому хорошо, что ты позвонила. А то я уже хотела и со скуки умереть.
А ты Бывает такое. сам-то как? Сама отлично, отлично. Валяюсь, вот у меня кот здесь мяукает. О, он мне колбасу стырил, тупая. Тупой, пьюди, тупой. А у меня полон живот. Я так наелся сегодня. Ясно. Слушай, я, кажется, слышал шум на кухне. Вау. Тебе еще нужно занести в книгу рекордов Гиннесса за поедание тортов. За 3 Да секунды уж. захавал весь. Слушай, я пойду проверю все-таки, окей? Ну это наверняка ветер, ведь ты открыл ставни. Так. Да, вроде тут ничего нет. Так, никого. Никого. Хоп-хоп! Вдруг этот торт не хочет отомстить. Черт! Мне сейчас почудилось кое-что. Ты слышишь меня? Алло! Да, алло. Алло! Алло. Черт! Блин, ты это не видел, но что-то черное тут пронеслось в зале, пока я был на кухне. Да? Мне что-то Может, тебе страшно. прийти, что-то помочь или нет? Лучше приди, потому что мне как-то не по себе. О, все, Окей. давай Базара скорее. нет, потому что я все равно один дома целую неделю, поэтому сейчас уже выдвигаюсь. О, давай быстрее. Я пока открою дверь. Давай, пока. Пока. О, это Котя. Пойду открою ему. Ух, привет. Привет, опять, амиго. Третий раз за день здороваемся. Сейчас я включу свет везде, потому что мне немного страшно. Вот так, И и расскажи так, поподробнее, и так, и что так. произошло было только что. Да, в общем, смотри, я вот так спускаюсь со второго этажа, иду на кухню, подошел к холодильнику, посмотрел в окна, вот так оборачиваюсь, и там в зале что-то черное, прям так, фу, прям аж ветер задул. Нихера себе, ну честно, звучит. Короче, ну я скажу тебе одно, нужно звать Винчестера из сверхъестественного. Ну или в Да крайнем случае нет. охотника за привидениями. Или Скорее Скуби-Ду. всего... Да уж. Смешная шутка. Скорее всего, это... Мне чудится просто. Ну, давай ты сегодня поночуешь у меня и... Надеюсь, эта штука опять пройдет. Хотя, в принципе, я надеюсь, что она и не придет больше. И я надеюсь, что это не чудится. И поэтому ты будешь спать со мной, да. Как бы это А странно ни где у звучало. тебя телефон? Телефон там, а зачем тебе? Девушкам подзвонить. Ах, ты проказник, нет уж. Нет уж, идем спать, никаких девушек. Кстати, ты где хочешь спать? В моей комнате или в комнате брата, или в комнате родителей? Хотя в комнату родителей я тебя не пущу. Там мне все равно как-то. Хоть на диване. О, ты хочешь спать в зале? Кстати, ты у нас же продвинутый видеоблогер, ты можешь мне настроить камеры по всему дому? Будет забавно, я буду следить за родственниками, и, возможно, я увижу паранормальное явление и выложу это на YouTube, наберу 1 000 000 просмотров, и будет круто. Ну, конечно, вопросов нет. Ну, Ладно, давай давай. тогда сейчас поставим камеры. Хотя давай завтра, потому что я сейчас хочу спать, да и ты, наверное, тоже, поэтому давай завтра. Ну, как скажешь. Ну что ты там улегся-то? Да. Здесь отлично. Ну да, комната роба такая прикольная, детская. Можно поговорить, например, о том, как ты мне завтра будешь устанавливать камеры и во сколько? Ну, наверное, мы проснемся, ты позавтракаем. Это не очень длинное дело, это сразу можно установить, прям-таки за 5 минут, и завтракать не нужно. То есть сразу встану, установлю, снести все тебе, и все будет окей. Ну, тогда потом научишь меня как просматривать, так как, ну, ты сам знаешь, наверное, там не просто как у камеры. Ну, в общем, завтра все научишь меня делать. Вопросов нет. А у тебя что нового?
О, а я недавно купил охрененную новую игру под названием... О! Слышал? Да, что это было? Ну, секунду. Пошли проверим. Значит, это все-таки мне не чудилось. Пошли проверим. Блин, страшно. Что за фигня только что произошла была здесь, а? Что за нах? Ну, как будто люстра упала какая-то. Прикинь, уже утро? Я не... Как так? Мы же только спать собирались. Мы не спали ночью. Ну, значит, сейчас прямо-таки камеры установлю, и все будет окей. Да, давай лучше установишь камеры, так как я что-то очень боюсь. Да. Без вопроса, бро. Слушай, ну мне это как-то не по себе стало. Вроде бы тут ничего не происходит, но шумы какие-то есть. Возможно, это что-то под домом. Возможно, там какие-то шахтеры работают. Знаю. Какие-то херопортеры? Да нет, ну реально какие-то шахтеры, ты что? Ну ты установи камеру, наверное, во дворе. Установи во всех комнатах, в том числе и на кухне. И в туалете? Да нет, в туалете не надо. Да и все. По-моему, больше и не надо устанавливать камеры больше нигде. Без вопросов. Тогда я сейчас. А, так вот, нашел. Кстати, смотри, какая солнечная погода. Можно пойти покупаться. Я как раз это и хотел предложить. Да, пошли покупаемся. Экстрасенс! Да, у нас тут классная речка. Она довольно-таки чистая. А какие трамплины, посмотри. Вау. Да, я хочу кстати, спрыгнуть можно... с той горы в воду. Можно я пошел. Рискнуть и действительно прыгнуть. Ладно, я оставлю камеру здесь. И сейчас я приду за плавкой. А ты пока попытайся прыгнуть. Все, я пошел. А вот и я. Сейчас будет прыжок веры. Уху. Нифига себе. А. Ну и как? Это было офигенно. Все, я пойду. Это было офигенно. Я быстрее бегу, я уже сам хочу очень. Это было суперски, бро. Ты там себе ничего не повредил? Нет, ни грамма. Ой, что-то немного боюсь, конечно, но... Не сыв трусы, я... давай, братишка, я знаю, ты сможешь. Давай, 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 давай. О, стой. Ну, не знаю, я попробую, все-таки страшно. Как ты переборол свой страх? Я так уже 100 раз прыгнул. А первый раз как переборол? Ну, был ушиб на голове. Вау. Ну тут и высота. О, я тебя вижу. Привет. Ну, так как у меня водонепроницаемая камера, давай я прыгну прям с камеры, и мы потом посмотрим, что из этого вышло. Да, круто. Так, я разбегусь. Блин, ну страшно. Да давай, пацанчик. Так, все равно же. Посмотрю, как там. Рисковать Пам. Так раз в жизни. Ты когда прыгал, ты до дна до там. Ты когда прыгал, ты до дна дотронулся? Да. Там я видел рыб. Давай, давай, уже скоро ночь. Блин. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Хорошо, только помолчи. Я сам. Давай, 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 давай. Ты специально. Ну, пацанчик, ну давай, 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 давай. Круто. Это было супер. А я о чем же? Давай выплывай. Класс. Прямо. Пойдем посмотрим теперь дом, что там получилось. Да. Блин,
Действительно классно. Я сначала боялся, а теперь я еще раз хочу так прыгнуть. Идем. Охренеть, давай. Ох, я уже поскорее хочу скинуть это на комп и давай, посмотрим, как же там получилось. Как? Стой. Сейчас я скину это на комп, потом перейдет изображение на телек. Так, сейчас включу. Класс. И... Так, давай смотреть. Вот, смотри. Вот, я тут такой ещё стою. Стоп, поверни назад. Так, вот. Смотри, возле меня вот стой. Смотри, что это за черная херня? Что это за, мать твою, черная херня? Слушай, это... Что это такое? Это похоже на то, что я видел на кухне. Вернее, в зале. Это то самое черное пятно. Вот, про это и говорил. Черт, блин, мне не по себе стало. Блин, так, ну вот. Что нужно делать? Давай лучше валить отсюда нахер. Ну я не могу бросить дом, к тому же у меня родители скоро приезжают через неделю. И просто, что они. Просто это действительно что-то сверхъестественное, это может быть опасно. Ну, слушай, я думаю, это ничего, ну, нам не сделает, это же всего лишь пятно, оно же нам пока что ничего не сделано, не сделало. Я все-таки еще... Только напугало до усрачки это пятно. Ну да, я все-таки еще думаю, нам стоит пожить. Да и к тому же, если я сбегу, то мои родители меня очень сильно отругают. И давай как раз-таки ты же установил камеры, мы первую ночь поспим. И посмотрим, если оно не будет возвращаться, то все ок. Ладно, согласен, эта херня возле меня стояла, я даже не заметил. Ну, вот она невидимая, наверное. Или она в некоторых моментах невидимая, в некоторых нет. Давай все-таки. Да, мы выключим свет везде. Думаю. Ну, кроме вот здесь, он всегда тут горит. Так, ну тут выключи тоже. Давай, на этот раз я буду спать с тобой вместе вон там. Окей, гоу. Так. Я буду спать, чур, на первом этаже, потому что у меня привычка спать на первом. Ладно, я наверх тогда. Хоп. Окей. Все, я выключаю свет. Оставляю камеру вот здесь. И ложусь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Так, как бы камеру-то повернуть? Вот так. Чтобы был обзор. Все. Спокойной ночи. Спокойной. Да ё-моё, что это за шум? Может, мне кажется? Да что за шум? Надо взять камеру и посмотреть. Так. Котя спит. Видит сны, как ему и положено. А я нет. Меня разбудил какой-то шум. Что же это могло быть? Кстати, тут горит свет! Он был выключен? Хотя, чё я удивляюсь, может быть, Котя захотел в туалет? Ну, в моей комнате и так горел свет. Так. Может быть, что-то внизу? Блин, я боюсь сюда идти. Чёрт. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Что это было? Какой-то звук. Черт. Что это? Откуда эти помехи? Откуда этот противный звук? Черт! Он исчез. Эй! Что это было? Блин,
Я побегу к... Что? Быстрее, быстрее, нужно будить Котю, валить отсюда. Эй, что? Котя! Алло, Котя! Алло, а что ты так орёшь, как на всё везде? Вставай, вставай, что? Бежим где отсюда! Там, что там было только что? Бежим отсюда! Что это, да? Бежим, бежим отсюда, быстрее, куда подальше! Да я штаны одену. Включи свет. Ты понимаешь, это не шутки, я серьезно говорю. Я слышал шум, и, в общем, бежим отсюда быстрее. Что это только что... Как будто что-то упало было. По дороге расскажу, все, идем быстрее, уже рассвет. Ж, блин, что-то не... Быстрее, не валим отсюда. О, утро, кстати. Валим. Неплохо ты меня разбудил. Если бы ты так в школьные дни меня будил бы, то я бы тебе леща выписывал бы, очень сильно бы. Ты понимаешь, что я не шучу? Это тебе... Черт, ты не понимаешь. Я слышал какой-то шум, потом увидел... Опять это черное пятно, силуэт девушки. Какой это силуэт девушки? Если бы ты это видел, ты бы не... Ты бы, в общем, бежим отсюда. Я подальше. Его видел, он возле меня был, стоял. Помнишь ту фотографию, нет? Все равно что-то ты как-то не напуган. Мне это пугает. Потому что я спать хочу. Да, ну ладно. О. Что, это все правда? Конечно, правда. Ты что, мне не веришь? Ты сам видел это пятно около на фотографии, на видео. Это я было думал, тоже это было пятно, но силуэт девушки. Бро. А вот что это нужно натурить? Точно! Блин, запись, сейчас... запись в доме. Нужно позвонить полицию. Нам нужно посмотреть запись в доме. Они не поверят без записи. Так что идем домой, нам нужно вернуться. Черт. Я же совсем забыл то, что ты установил камеры. Теперь я тебе все докажу. Все абсолютно. Ты мне поверишь. Я верю тебе, верю, верю. Просто... Ты меня так рано разбудил. А, черт, я упал. Тут вода. Она холодная. О, ой. Бежим. Вау, смотри, там летающий остров. Он мне галлюцинации. Блин, после того, что ты мне рассказал, я теперь каждого цветочка боюсь. Да, что-то не верится. Ты как-то все равно себя ведешь не так, как всегда. Так, ладно, идем быстрее. И посмотрим запись. Не, я очень напуган. Чёрт! Моя нога! Оу, помоги мне. Ты где? Ладно, я как-нибудь дойду, но не так. Странно, я упал, я даже... И со мной ничего не произошло. Секунду, я срублю эту землю. Ау! Ты что? Я же сказал, отойди, я срублю эту землю, её смотри, вот. Хорошо, хорошо. Только я теперь быстро бежать не могу. Так, дверь открытая, ну да, это я оставлял, блин. Ух, ой, как меня это все пугает. Идем быстрее домой. Утром я тут вроде не боюсь, везде включаю свет сейчас. Все шторы закрою. Везде, везде, везде. Окей, я пока что на кухне. Ага, давай, еды приготовь. А я пойду... Посмотрю запись. Да, идем вместе, посмотрим запись. Секунду, секунду, подожди. Выключи запись. Я покину и включу везде свет. Сейчас. Так, давай быстрее подключайся, долбанный USB. Долбанный USB. Так, быстрее скидывайся, долбанный драндулетный компьютер. Так, на сообщение. Ой, на телевизор, я уже путаюсь. Привет, Котя! Дружище. Привет. Сейчас не беспокойся, все будет хорошо. Что ты делаешь? Ты сломаешь мой компьютер. Ау! Оу. Ох, черт, что это было? Я ничего не помню. Где мой я вспомнил. Черт, моя башка. А черт, мне нужны медикаменты. Так. О, черт, что же нашло на Котю? Почему тут так темно?
Почему весь дом во тьме? Черт. Котик, где он? Мне нужно ему... Ау. Мне нужно ему кое-что сказать. Сказать, почему он свихнулся? Черт, где он? Может быть, он в том домике? Оу. Нет, его там нету. А где же он тогда? Что это? Этого не было. Рип, Котя. Что? Это что за фигня? Эй, Котя! Ты что? А, черт! Так, быстрее домой, домой! У меня тут была кирка в сундуке. Черт, что такое? Какого фига? А, нужно сломать это. Котя! Что поделать-то? Ой! Ты дверь сломал! Тебя не учили чем займемся? Давай выйдем на улицу. Ты хочешь на улицу? У меня горячая кровь. Чем займемся? Давай выйдем на улицу. Ты хочешь на улицу? У меня горячая кровь. Нет, я не могу остановиться, когда ты говоришь фразу «у меня горячая кровь».